Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил. И как вы помните, в предыдущей серии мы с вами построили вот такое вот. Вот такое вот, да, у вас получилось, да? Вот такое вот. Вот, если вы заметили, я тут сделал пол. Вот такой вот пол у нас должен получиться. И вот, у вас вот этого вот пола и вот этого вот не будет. Вы можете пока построить, нажать на паузу. Ну а теперь для тех, кто уже отжал от паузы, у вас вот так вот будет. То есть у вас будет вот так вот. Вы вот это вот так ломаете, только одну. И начинаете вот отсюда отсчитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16. Отсчитывайте 16 блоков, поворачивайте и идете по вот этой вот стороне. То есть поворачивайте, так идете, 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 идете. И так, чтобы соединилось. Потом делаем стену. Ну, не так. Раз, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Да, делаем вот так вот, делаем. Делайте пока как я, потом покажу, что делать надо. Так. Так, почти доделали стенку. Вот. Вот у нас стенка, да? Отчитываем вот отсюда. Раз, два. Вот, раз, два, три, четыре. И вот тут уже ломаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть у вас получается вот такое вот. Ну, а потом делаете стенку без каких-то там дверей. Просто доделываете стенку вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. То есть до конца. До конца, дорогие друзья. Так. Так. Вот тут они совсем до конца сделаны. Поднимем еще выше вот так вот. Выше на два блока. Так. Так, два. Вы можете вместе со мной пока строить. Я сейчас музыку на полную добавлю. Thank you.
Так, вот, вот так вот у нас должно вот получиться. Вот такая вот большая пустая комната. Потом, тут мы берем доски из темного дуба. Вот тут строим вот так вот. Вот так вот. Вот, построили. Теперь вот отсюда вот отсчитываем. Вот раз блок, два, три, четыре, пять. Протягиваем сюда. Тоже, да, 4-5. Потом так же самое, как и все стены, просто их уменьшаем, то есть тянем их наверх. То есть вот, тянем их вот так вот, вот наверх. Так. 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 Вот, у нас вот такого вот должно получиться. Вот такая вот. И тут вот так вот, вот вытягиваем на один блок. Запомните, на один блок. Потом вот так вот сдвигаем их. И все, вот так вот должно получиться. Сцена. По поводу сцены. Строим из доски из обычного дуба. То есть из дуба. Так, вот туда сделаем такой вот. Делаем вот так вот. Как я. Теперь вот так же самое сдвигаем. И еще раз их вот так вот сдвигаем вместе, чтобы были. Вот. Вот такое вот должно у нас получиться. Вот, вот так вот. Теперь мы заходим в мод Custom NPC, где он тут у нас, вот. Заходим на вот эту вот стулочку. И выбираем вот такой вот. То есть берем стена баннер. Вот, берем стена баннер. И вот над этой стены, то есть сверху, делаем, ну, типа такую же. Только чуть по-другому. Да, ну да. Такую же делаем. Так же самое. Делаем вот так вот. Так. Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Делаем вот так вот. Вот так вот. Ладно, вот так вот. Вот. Потом поработаем над освещением. Теперь мы просто делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот такая вот у нас должна получиться. Теперь берем просто баннер. И ставим их как-то вот так вот. Да, так, извиняюсь. Ставим их вот так вот, чтобы получилось у нас так же самое. Надеюсь, у вас получилось так же самое, как и я делаю. Сзади можно еще вот так вот баннер вот так поставить. Все, вот так вот. И если и, ну, это так, для декорации, если хотите, можно зайти вот в этот мод и повесить на них такой значочек пиццы. А. Вот. Это нужно в течение. Только вот эти вот, которые сзади стоят, на них можно повесить пиццу. Значочек такой пиццы. Да блин, издевайтесь.
Так, пицца. Так, вот так вот. Все, вот так вот должно быть. Все, вот так вот должно получиться у нас. Правда, вот туда как-то не очень. Берем алмазный блок. Где у нас алмазный блок? Вот алмазный блок у нас. И вот тут оставим. Вот так вот. Все, теперь вот такое вот у нас, вот такая вот сцена красивая у нас должна получиться. Потом берем вот такую вот фиолетовую шерсть. Ставим их вот тут. То же самое. Делаем вот тут сверху тоже типа сцены. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И туда. Тут можно чем-то осветить. Но я пока к освещению не перехожу. Но вы можете, конечно, бояться, что летучие мыши заполнится. Не бойтесь, мы на огромной высоте, далеко от бедрока, летучие мыши просто очень редко будут появляться. Вот. И ставим вот такой вот блок. Все, вот так вот такое вот у нас должно получиться. Так, вот. Надеюсь, у вас так же само получилось. Мы сделали сцены. Да. Все. Вот такое вот красивенько у нас должно получиться. Вот тут там можно еще столик, конечно, добавить. Столик. Где же у нас столики? Столики. Вот тут столики. Если кто-то прослушал предыдущую серию, потому что в ней было ужасное качество, то я сказал примерно такое. Если первая, самая первая серия по строительству пиццерии наберет 5 лайков, то я на самом первом видео по строительству этой пиццерии выложу в описании как раз вот эту вот карту, когда она будет достроена, и текстурпак, который на этой карте стоит, и, конечно же, все моды, которые на этой карте есть. Потом берем вот такие вот двери, ставим их вот сюда вот, потом берем датчик игрока, ставим вот так вот тут. И все. Вот тут можно деревянные поставить. Вот. Ну, вот тут лучше их поставить, да? Все. Вот тут можно сделать. До этого нужно взять именно. Давайте темный возьмем. Темный. Вот такой вот темный. И темные ступеньки. Вот такие вот. Так вот, чтобы было. Вот так вот. И сделаем вот так. Все. Вот так вот. Вот, все. Вот такое вот у нас должно получиться. Примерно, да, вот такое вот. Должно у нас все получиться. Всем удачи, всем пока. С вами был Данил. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В следующей серии я подумаю, что мы будем строить. Или вы пишите в комментариях, что вы мне лучше построить. Чего в этой пиццерии вообще не хватает. Ну, это пока только начало. В следующей серии мы, может быть, будем делать вот эти вот там туалеты, коридор, кабинет охранника. Но в этой пока что мы сделали сцены и главный зал. Всем удачи, всем пока, с вами был Данил, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, и всем пока!